Добрый день, любимчики. У нас раннее утро. И сегодня я тоже буду проводить эфир с утра. В прошлый раз я видела, как вам понравилось. Поэтому сегодня у меня тоже как раз есть время только утром. Днем у меня фотосессия. Вообще четверг это мой выходной. И я редко в этот день работаю, поэтому почти всегда в этот день бывают эфиры. Но в этот день я посвящаю себе. А рисование я посвящаю себе. Ставлю на свой любимый подсвечник 3 свечи. Это мой родовой подсвечник. Прошлое, настоящее и будущее. И тема у нас с вами сегодня также про род. Это дары и проклятия. А также разные воздействия негативные. И как же с ними работать. И их причины. И все, что их касается. Если у вас будут вопросы, смело пишите в комментариях. Сейчас поставлю свечу. Свеча прошлого, интересно, так не хочет стоять. Это тоже всегда о чем-то. То есть любой фактор. Это про что-то. У меня вот есть моя система перевыбора. У меня спрашивают, обучаешь ли ты ей? И первый шаг в ней обучение, в ее обучении, это как раз вот это принятие всех факторов. То есть когда мы в каком-то процессе думаем, да это вообще к этому не относится, это вообще про другое, то, грубо говоря, мы себе этим врём, потому что на самом деле это не так. Я сегодня приготовила большую шпаргалку, в списке у меня много разных моментов. Беру картину. Я, конечно, хотела ее закончить уже до сегодняшней фотосессии, но у меня этого не вышло. У меня не было задачи прям обязательно это сделать, активно как-то рисовать или еще что-то. Поэтому я очень спокойно продолжаю. Мне просто было желание сделать фото именно уже с готовой картиной. Сейчас я буду на третий раз покрывать самый светлый. Я начала рисовать от темного в более светлые. Вот сейчас у нас третий раз. Бывает, вот иногда на крышке краска высыхает, и она становится комочком. Ее надо убирать, чтобы она не упала в краску, потому что у меня вот она падала в глубокий синий, и мне потом приходилось ее вычищать. Ну что, пойдемте разговаривать по теме. Дары рода. Что же это такое? Это можно воспринимать дарами рода абсолютно все. Наше тело, то, какие мы по внешности. Это самый первый фактор, самый первый показатель, который мы видим. Это также, да, наш характер, наша манера поведения, общения. Это все формируется в нас, в нашей жизни. Но у него есть основания, да, есть исходная точка. Это, опять же, то, что нам досталось от нашей родовой системы, от наших предков. И вот тут надо смотреть, потому что для кого-то это дар, а для кого-то это проклятие. Вот, например, у меня у двух из тройняшек рыжие волосы, да? И рыжие волосы для кого-то это дар, а для кого-то это проклятие. Там какая-то форма ушей, например, эльфийская форма ушей, для кого-то дар, а для кого-то проклятие. И как это определять? На самом деле это определяется только нами самими, нашей внутренней системой. И если вы считаете, что то или иное, что вам досталось от рода, является вашим проклятием, то вам надо идти в терапию, да, и прорабатывать это, потому что, значит, в этом скрыт ресурс. То есть все, что нам дано, на самом деле является даром. А вот принимаем мы этот дар или не принимаем, искажен и поломан он, или передан в чистом виде, а сразу же, да, активной позицией помощи, то, ну, вот эти показатели, они очень сильно влияют. И если у нас наш дар, он не принят как дар, а принят как проклятие, то это надо трансформировать. И на самом деле, чаще всего именно такие трансформации происходят. Когда у человека, например, сила власть или сила деньги, ну, у него в роду там были раскулаченные, и вот эта сила власть, сила денег, да, она уже искажена, она уже спрятана, и человек вроде бы хочет жить свою жизнь, хочет делать, достигать, но как только доходит близко к вот этому дару рода, да, к вот этой родовой силе, начинаются какие-то непонятные ситуации,
Там даже бывают непонятные телодвижения. Вроде бы человек хотел сделать так, но вот он сделал вот так и даже не понимает, почему так произошло. А так произошло, потому что на генном уровне заложена самозащита. Внутри нас врага нет. Да, и наша генетика, наши предки, они нас защищают от того, чтобы, не дай бог, нас тоже не раскулачили, не переубивали. И потому что, ну, те же самые революции, не все от них отэтовались. Не все смогли их пережить, да, и оклематься от того, что с ними произошло. Вот. То есть, и таким образом получается, что родовой дар стал родовым проклятием. Не потому что хотелось, да, кому-то кого-то проклинать или еще что-то. Всем, ну, то есть, наши предки, они нам, своим потомкам, желают только самого лучшего. И если мы это лучшее не получаем, значит, где-то есть болевые точки, где-то есть сломанные моменты, которые надо отремонтировать. И поэтому очень часто, когда люди ходят на какие-то трансформации, им достаточно убрать болевую точку, и те же самые действия начинают приводить к новым результатам. Вот. Тут можно использовать абсолютно разные инструменты. Вот. То есть, если дар не раскрыт, он всегда есть. Нету ни одного рода, в котором нет дара, нет такого. Он есть всегда. Вопрос в том, как он работает у вас. Вот если у вас есть все, что вы хотите, да, если вы живете счастливо, если у вас все замечательно, то ваш дар раскрыт. Если вы чувствуете опору и поддержку за плечами, да, что ваш род за вас, то значит ваш дар раскрыт. Вот. А если что-то не так, если, ну, какие-то серьезные важные моменты провисают, то надо идти и с этим работать. То есть само по себе я ни разу не видела, чтобы оно бац и само по себе сделалось. То есть неважно, как человек работает, через там, психологию, через эзотерику, через пробивание потолка, да, но в любом случае, то есть результаты есть, в любом случае надо предпринимать действия для того, чтобы убирать преграды. То есть вот у нас очень часто, ну, применяется в России как раз пробивание потолка, да, насилие воли. И там есть два варианта. Первый вариант, когда окей, все хорошо. А второй вариант, это когда вот насилие воли вроде бы сделал, вроде бы добился результата. Ну, именно за счет того, что это через бой, все потом ушло, как-то потерялось, стало непонятным. Это, конечно, не айс, это приводит к откатам. Также бывает, что мы вроде бы убрали причину, а там следом еще следующий слой. И этот слой тоже надо проработать, это тоже на нас влияет. Например, у меня была отливка на днях воском, вот. И на следующий день мне стало плохо. Я говорю, это вот плохо, потому что следующий слой поднялся, давай отливать меня еще раз. И вроде бы человек говорит, а как тебя, я вот тебя вчера отлила, все было хорошо. Нет, я говорю, сегодня тоже отливай. Вот она начала меня отливать, и очень много всего вылезло, очень много всего она убиралась. Хотя это вроде бы не типичный случай, там два дня подряд, да, отливать одного и того же человека, когда в первый день отливки все было прям идеальненько. Ну, давайте пойдем дальше. То есть, если есть вопросы по дару рода, по проклятию, пишите, я отвечу. То есть резюмируем, что если мы говорим про внутриродовые штуки, мы еще не подошли к внешним воздействиям, да, а именно про внутриродовые штуки, то они очень сильно на нас влияют, и они нам либо помогают, либо не помогают. Если они не помогают, внутри нас врага нет, это защитный механизм. А если есть защитный механизм, значит, есть от чего защищаться. И вот это «есть от чего защищаться» мы прорабатываем. И у нас все открывается, становится все ок и супер. Вот, идем дальше. Очень много было вопросов про проклятие, про воздействие. Давайте сегодня поговорим о них. Начнем с родовой системы. Почему? Потому что в родовой системе внутренней защиты нет. Вот если брат идет на брата, пострадают оба брата. Неважно, кто победит, кто проиграет, кто выживет, кто не выживет, пострадают оба брата, потому что внутри родовой защиты нет. Когда мать что-то не так говорит на своего ребенка в сердцах, да,
Ну, например, ну, часто вот убирается такая фраза «лучше бы тебя не было». Вот. Ну, то есть, и это откладывается отпечатком на энергию человека. То есть, он может сам даже не помнить этот ребенок, которому так сказано. Но когда начинаешь прорабатывать его право жить счастливо, то это всплывает. И говоришь человеку, и человек говорит, да, вот в моей жизни такое было, там мне было 7 лет, я там, ну, например, разбил чайный сервиз, который был подарен. Ну, то есть очень такие вот моменты. Понятно, что материальные ценности, они имеют тоже свою такую тяжелую опору, потому что раньше, когда ничего не было, все это доставалось тяжелым трудом. Вот. Но, тем не менее, мы расстраиваемся, когда портится какое-то наше имущество. Вот. Это просто так заложено в большинстве людей, в их поведении, в их характере. Вот. Ну, и при этом ясно же, что дети, они важнее, они ценнее. Но, тем не менее, всякое бывает. И тут вот я просто привела как пример, что когда сказано в сердцах, или когда один делает против другого внутри родовой системы, то это сильнее воздействует, это имеет более сильный эффект, потому что внутри родовой системы внутренней защиты нет. То есть родовая система, она предполагает, что все друг за друга. Если один другому завидует и начинает ставить палки в колеса, то они доходят сразу же, быстро, можно даже сказать, моментально. Вот, дальше. Если это может быть как в горизонтали, да, брат, сестра, там, тетя, дядя, муж, жена, также это может быть и в вертикали рода, там, мама в отношении к своим детям, там, дети в отношении своей матери. Очень часто у жен бывает плохое отношение, да, вот, допустим, со свекровью. Ну, то есть вот такие родительские отношения, когда у мужа не ладятся с отношениями родителей жены, а у жены не ладятся с отношениями родителей мужа. И это очень часто приводит тоже к негативным последствиям, к большому сожалению. Даже если, смотрите, никто ничего специально не делает, да? Почему? Ну вот потому что вот этот негатив, внутри родовой защиты нет, а рода ведь объединяются, свадьба – это союз родов, и вот это объединение родов, оно очень сильно сказывается, и вот это объединение создается единое поле, единое целое. Если в этом поле что-то не так, то это не так, оно доходит сразу же. Ну вот, например, у меня знакомая тоже такая, со своей силой, со своими способностями, и вот если она поругается с мужем, и будет готовить еду, мужа обязательно вырвет. Он не сможет это есть. Вот. Так вот, хотя она все так же готовила. Почему? Потому что нету внутриродовой защиты, да? Все находятся в одном поле, как говорится, в одном котле варились. Вот. И в этом поле, то есть его всегда надо чистить, его, к нему всегда надо относиться бережно. То есть смотрите, вот те же самые бабушки в мусульманстве, да, которые, ну, ничем особо не занимаются, как молиться. Они, конечно, умнички, это очень классно сделано, в плане того, что таким образом всегда снимается вот это все, все эти искажения, все, что это неправильно, оно все тут же сразу убирается. Это очень здорово, потому что тогда это не оказывает воздействия. То есть это все надо постоянно, регулярно убирать. Постоянно. То есть не так, что один раз вот убрали за жизнь и все. А это имеет определенную регулярность. И регулярность зависит от именно внутриродовых моментов. Кому-то надо убирать каждую неделю, кому-то надо убирать раз в месяц, а кому-то и раз в полгода достаточно. То есть это зависит от именно атмосферы рода, да, от родовой энергетики и от того опыта, который род сейчас проходит. Если не убираются никакие блоки, то просто чистится, то это чаще. А иногда бывает, что вот как раз работа с родовой системой, она приводит к тому, что не нужно делать дополнительную чистку, убрались причины, и за счет этого пошли изменения, чистка произошла сама.
Вот, то есть мы очень активно это применяем, это используем, потому что за годы практики подмечено, насколько сильно это влияет на результаты людей. И так как я человек, нацеленный на результат, и мои клиенты в основном, то есть вот я им говорю, что, ребят, у нас есть два типа работы, олень и тюлень, вы какой выбираете? И чаще всего выбирают олень, быстро пойти по делу, чтобы вот получить максимальный результат. Вот. И тут как раз мы идем, активно двигаемся, и все стремятся к быстрым результатам. И если делать вот эту родовую чистку, да, родовые обереги, то они как раз очень сильно работают на вот эту защиту, в том числе внутри рода, вот это все, весь внутрижодовой негатив, обереги рода, они чистят, убирают. А поэтому мы делаем то же самое, там, крупиничку, да, родовое древо, кстати, вот будем делать, когда родовое древо, мы с этим тоже будем работать, это тоже убирается 31 числа во время Велесовой ночи мы будем как раз плести древо рода, и там будет очень мощный процесс. Но об этом я рассказывала в прошлом видео, да, про то, что мы делаем, что мы там принимаем исключенных, потерянных и прочие моменты, которые очень сильно влияют на нашу родовую систему. Вот. То есть внутри родовой системы защиты нет. Ну, тут всегда надо с этим работать, с этим всегда надо практиковать. И если сказать, как мне защититься от рода, и кто-то, так, ну, был такой случай, что говорит, давай я выйду из рода, там, а давай я возьму отчество дедушки за место отчества отца. Раз у меня у отца такая тяжелая родовая штука. Но, ребят, это не поможет. Не сбежишь. От своей крови не сбежишь, от рода не сбежишь, потому что помимо каких-то негативных моментов мы получаем там очень много позитивных. И наша задача их принимать, считывать и брать для себя. Вот. То есть те же самые внутрижодовые проклятия, в них скрыто много энергии, много силы. И эту силу надо просто трансформировать и принять ее через ресурс, а не через боль и негатив. Вот у меня как-то мне недавно пришла очень мудрая фраза про то, что аутоагрессия – это сила, которая была направлена наружу, но негармонично была воспринята, либо негармонично проявилась наружу, и тогда она пошла внутрь. Блин, так не люблю, когда комочки красок попадают. Пошла внутрь и стала нас разрушать. То есть тут точно так же. Если есть что-то в роду, что разрушает, значит, в это надо идти работать, это надо идти исцелять и гармонизировать. Так, салфеточка. Ну, идем дальше. На вторую часть, которую все спрашивали и говорили, это всякие порчи, проклятия и тому подобное. Вот смотрите, ладно, вы когда конфликтуете внутри рода, да, а если кто-то в роду там практикует или ходит к тем, кто практикует ту же самую там черную магию, да, это очень сильно сказывается, это очень сильно влияет. И когда идет какой-то человек со стороны, и когда идет свой человек, работает это по-разному. Когда идет свой человек, это прям очень сильно сразу же работает. А когда кто-то со стороны, это уже там немножко другие факторы. Поэтому, когда там жена идет мужу делать приворот, да, или отворот, чтобы он на других женщин не смотрел, да, она на него воздействует, это воздействие будет сильнее, чем если какая-нибудь женщина пойдет и скажет, а сделайте вот мне на ее мужа приворот, чтобы он там только на меня смотрел. Вот. Никому такие штуки не рекомендую, за это обязательно придется платить. И цена частенько стоит дороже, чем нам кажется. То есть нам кажется, вот мы сейчас семью сохраним, мы же во благо семьи стараемся, но благими намерениями, как говорится, выслана дорога в ад. Вот. И такие вопросы надо решать более гармоничными путями. Двигаемся дальше. Вот смотрите, разные порчи, да? Давайте я зайду с конца. Вот эти порчи, воздействия, проклятия, они
почему-то у одних их куча, и они на них цепляются, а у других почему-то их нет. Да? И тут очень важный момент, что вот эти все воздействия, они цепляются тогда, когда есть на что цепануться. То есть какая бы там хорошая бабка ни была, если у вас нету на что цепануться, воздействию, оно на вас не цепанется. Потому что ему просто не за что зацепиться. Да? У него просто все хорошо. И это не про набожную какую-то историю. То есть в конце эфира, обязательно смотрите до конца, я расскажу, как это все убирается и в каком порядке, чтобы вот этим негативным моментом не за что было цепануться. И вот получается, у нас идет, да, такая вот... Давайте с самого простого начнем с глаз. Что такое сглаз? Это когда люди посмотрели, они могут посмотреть восторженно, слишком сильно, а могут посмотреть с завистью. И в том и другом случае это есть глаз. У меня детей на моих глазах, моих детей, вот был, они получали сглаз, я видела. Когда я с этим еще вот так активно не работала, я такая смотрю, вот, ну, женщина ненормально смотрит на моего ребенка, что-то тут не так. Ну, а потом женщина уходит, а ребенок плачет. И, конечно же, я снимала воздействие. Лучше всего, легче всего матери снять воздействие своего ребенка, это умыть подолом юбки. Я ношу длинные юбки, просто беру, умываю обратной стороной подола. Вот, и все хорошо. Помните, когда в детстве нас мыли, нам говорили, с гуся вода, сутки вода, с меня вся хвороба. Вот точно так же можно мыть своих детей, ополаскивать, точно так же можно самим ополаскиваться. Только здесь есть нюанс, чтобы вода была проточная. То есть не надо вот набирать полную ванну и начинать смывать это в набранную ванну. Если мы используем какие-то речи, да, какие-то заговоры, то мы это делаем на проточную воду. В той же самой реке вода проточная, это можно делать. А если мы хотим ванну, то лучше положить там пачку соды, пачку соли и спокойненько лечь там на полчаса максимум в эту водичку. То есть там от 10 минут до получаса. А дольше не надо, потому что соль имеет свойство разъедать, и она, когда вымоет весь вот этот негатив, она может начать воздействовать уже непосредственно на кожу. Вот. То есть вот тот же самый сглаз, его снять легче всего, проще всего. Но если человек очень там известный, популярный, то количество набранного сглаза на него тоже может очень сильно влиять. Например, да, на меня, вот я сейчас, когда делала отливку воском, у меня было очень много сглаза, потому что я давно его не снимала, там буквально там пару месяцев. Для меня это давно, потому что я очень известная личность, ну, энное количество десятков тысяч, да, за месяц у меня проходит через разные потоки, через разные средства массовой информации, соцсети, да, и мою непосредственную жизнь, клиенты, и все-все вместе, особенно когда работаешь с клиентами, это все очень сильно бывает, ну, легче и быстрее цепляется, если не выстроена супермощная защита. Поэтому я и салоны Новоселовой тоже работала, да, она мне ставила дополнительную защиту, убирала всякие штуки, но тем не менее, вот смотрите, как быстро оно, вот эти сглазы, да, они накопились. То есть тут еще, конечно, может влиять то, что я снималась в передачах, и эти передачи в очередной раз прокатили по телеку, их показали. Вот, и другие разные моменты. Вот, то есть там факторов может быть много, и самое главное, это не факторы, а то, как мы с ними работаем. Об этом я расскажу в конце, поэтому смотрите до конца. И вот, то есть сглазы, если они накапливаются в большом количестве, то есть они имеют накопительный эффект. В большом количестве они оказывают тоже определенное воздействие, и это воздействие очень сильно на нас влияет. Поэтому их чистим, убираем. Ну,
каждый использовал свои методы, да, если мы посмотрим на определенных людей, кто управлял нашим государством, то часть из них никогда не фотографировались, смотря в камеру. То есть были запрещены снимки, когда смотрят в камеру, потому что считалось, что как раз тогда можно сделать какие-то воздействия и прочие моменты. Ну, это другие детали. Да, это действительно так. Если человек смотрит в камеру, то он более уязвим. Если человек смотрит куда-то в сторону, не в камеру, то тогда он менее уязвим. Двигаемся дальше. Так, сейчас я посмотрю, что у меня тут. Ну вот давайте, сглазы я рассказала. Если есть вопросы по сглазам, пишите. А я перехожу дальше на историю порчи. Порча — это такая штука, которую можно навести дистанционно. Не обязательно приходить там куда-то в гости, чем-то поить, что-то подкладывать. Порча, ее можно прям дистанционно. Да, есть такие штуки, как подклады. Про них я тоже чуть позже в конце расскажу. Именно после, в конце порчи. Вот. Ее можно сделать дистанционно. Лучше она работает, когда это делается на какую-то вещь. Ну вот. Порча. Краска. Сухой кусочек попал. Не люблю как-то так. Она имеет свойство никуда не деваться. То есть порча, она сама по себе чаще всего никуда не денется. Ее надо обязательно убирать, ее надо обязательно снимать. Вот, то есть это такая штука, которая живет самостоятельную жизнь. Вот ее мы очень часто замечаем, когда что-то пошло не так, когда оказалось, что идет какое-то воздействие. Очень часто люди, так как у нас сейчас такое время, что все чувствительные, да, то есть там эзотерические какие-то моменты, они считаются модными, нормальными. Вот. Людям проще это принять и ощутить, что это есть, что это происходит. То есть вот когда мы обсуждаем, да, что вот, Рая, почему ты этим занимаешься? Потому что это сейчас так модно, это веяние современного мира. Но я объясняю людям, что, понимаете, я не могу ничем другим заниматься. То есть я могу от многого в своей жизни отказаться. Ну вот, от помощи людям, от целительства и исцеления я не могу отказаться. Сколько бы раз я не отказывалась на протяжении этих 30 с лишним лет, каждый раз все равно наступает момент, когда меня возвращают обратно, и я снова иду по этой же стезе продолжать свой путь. Поэтому нет смысла даже куда-то отворачиваться, куда-то уходить. Проще вот идти и получать от этого свои плюшки. То есть точно так же, если у вас в роду есть дар, и вы от него отворачиваетесь, вы делаете хуже только себе. Лучше будет повернуться к этому дару лицом, принять его и научиться жить с ним так, чтобы ему было хорошо и вам было хорошо. Вот. Дальше. Порчи, да? Порчи — это уже сильнее, чем сглаз, но мягче, чем проклятие. Вот. И убирается оно легче, и каждый человек частенько может тоже сам его снять. То есть с глаз мы можем вообще полностью самостоятельно снять, а порчи, они снимаются тоже определенными выкрутками, да, либо теми же самыми отливкой на воск. Я использую старинный метод выкрутки, мне очень нравится, мои клиенты тоже очень довольны, потому что он помогает быстрее и легче. То есть если воском мы можем там 3-4 часа отливать, пока мы это снимем, пока мы все полностью уберем, то именно выкрутка, она помогает нам делать не только за счет своей силы, но и за счет дополнительных сил, например, силы огня. Да? А когда мы делаем отливку, сила огня нам помогает только воск топить, она не имеет непосредственного участия, не имеет возможности в самом процессе помогать. А у меня сила огня одна из сильных, одна из самых сильных, поэтому я беру такой вот способ, который у меня максимально эффективный. То есть я, опять же, смотрю по своим ощущениям, да, по клиентам, потому что кому-то подходит одно, кому-то подходит другое, а кому-то подходит третье. Вот вчера, например, у меня была клиентка,
Я говорю, слушай, солнышко, иди лучше вот в телесные практики. Иди, прорабатывай это через тело. Да, я могу с тобой проработать, но мы будем с тобой прям долго-долго идти. Я как бы человек результатом. Я не вижу смысла с человеком копаться 10 сессий, чтобы он просто там 3 шага вперед сделал, когда он за 3-4 телесных практики может пройти весь этот путь. Вот, то есть я как бы за эффективность и понимаю, как для человека будет эффективнее, выбираю тот или иной способ. А так как я телеску сама не практикую, я отправляю ее, да, там, другому специалисту. Плюс она не с нашего города. Хотя у нас есть телеска, вот женские круги в гамаках у нас в Омске. Это есть вот та же самая телеска, там, когда, допустим, девочка, там, ну, у нас, мы качаемся плюс-минус там полчаса в гамаках, и когда девочки выходят из этих гамаков, кто-то счастлив, а кто-то может полчаса рыдать, а у кого-то может прямо в гамаке начаться трансформационные процессы. И это нормально, это тоже вот... То есть телеска для меня это то, что мы не можем сделать на расстоянии, не можем сделать через интернет. Нужно непосредственное участие, да, физическая близость, находиться на одной территории. Вот. Дальше. Мы снимаем эти порчи, можно снять их самостоятельно. Если самостоятельно снять не получается, лучше тоже обратиться к специалисту. Ну, либо если вы сами этим не практикуете, но у вас есть подозрение, что есть воздействие, то лучше обратиться и провериться, чем дождаться, пока реализуется то, что было сделано. Потому что всегда есть какое-то намерение. У этой порчи всегда есть какое-то намерение. И она сделана для чего-то. Без разницы, это забрать мужа, забрать деньги, там, забрать известность. Я вот, например, на прошлой неделе в пятницу внезапно так получилось, что у меня поднялась цена на консультации. До этого мои консультации стоили 10 тысяч, теперь они стоят 15 тысяч. И вот так как сейчас у меня акции, цена постепенно, скидка уменьшается, да, то есть вот так случайно произошло. И мы обсуждали с Кириллом Макаровым это повышение цены, вот эти все моменты. Они, конечно, очень важны. Они важны и они необходимы. Я всегда вкладываю свое образование постоянно вообще. То есть нет такого, что я прям не учусь, я не занимаюсь. Да, бывают перерывы, но в целом я постоянно учусь, у меня постоянно проходит несколько разноплановых обучений. Вот. И вот это кто-то воспринимает, да, как завидует, что у него нет такой цены. Кто-то воспринимает, какого фига она так дорого берет, это несправедливо. Пусть ее денежки пойдут ко мне, например, да. И тогда получается, что вот какое-то воздействие, оно влияет. И у человека, например, становится меньше клиентов или еще что-то. То есть какие-то разные. Почему? Потому что его деньги, его клиенты забирает тот человек, который сделал воздействие. И он думает, что вот он сделал воздействие, и вот ему так стало хорошо, у него там стало больше клиентов, стало больше денег, или вообще мужа забрали из семьи, да? Но на самом деле это все чернуха, она не делает счастливым, и всегда буду напоминать, что за нее расплата значительно больше, чем нам кажется, чем люди думают. Вот смотрите, я, например, была на выходных на холотропе, да, и там был мужчина, я его такая присмотрела, думаю, пойти вот, значит, с ним в пару, для первого дня он для меня недостаточно безопасен, я вот не готова с ним стартануть, но вообще было бы интересно. Спрашиваю тренера, будем ли мы меняться на второй день парами, она говорит, можете поменяться. Ну, я ему подхожу, говорю, вот, смотри, я бы хотела, подумай, поживи с этим, как тебе захочется. И на второй день я к нему подхожу и спрашиваю, что ты решил? И он говорит, вот я решил, значит, я буду с Ромой. Да, то есть они там мужчинами объединились. Я говорю, окей, то есть я принимаю, я дала ему свободу выбора. И он по своей свободе выбора... Дашенька, закрой, пожалуйста, балкон. Папа приоткрыл, а мне прям прохладно. Вот, и он по своей свободе выбора принял решение
А я на него не влияла, я на него не воздействовала. Я не стала ему как-то там продавать, да, пройти холотроп со мной или еще что-то. То есть продавать это не обязательно заработать деньги. Да, вижу ваши комментарии, я посмотрю. Вот, то есть вот эти моменты, они... То есть я же его не принуждала, я его по доброй его воле. То есть хочет, пошли, нет, нет. Вот, и я как бы, ну, то есть для меня норм, я не впадаю ни в какую крайность. И, то есть я принимаю то, что мир может сделать так, как я хочу, а может не сделать так, как я хочу. И у меня есть такая штука, как вселенская бухгалтерия. Это вселенская бухгалтерия, я ей доверяю, она мне помогает. И я всегда говорю, что вот, ну, если не по-моему, значит, вселенская бухгалтерия виднее, надо, чтобы было по-другому. А когда человек не готов, чтобы было по-другому, он готов пойти там какой-нибудь бабке заплатить, чтобы вот было именно по его, именно так, как он себе придумал, так, как он хочет, или еще какие-то моменты. И через это он вроде бы получает то, что он хочет, но он не получает в этом счастья. Потому что всех мужчин, которых я видела, которых приворожили, или женщин, ну, за это слишком дорого заплачено. За это заплачено счастьем. То есть, да, они вместе, но счастья-то нет. Там за это заплачено здоровьем, за это заплачено богатством. А если еще все настолько тяжко и хреновастенько, то за это заплачено и жизнью. Да, то есть там можно заплатить, ну, то есть люди с ума сходят. Очень много разных факторов, которые влияют, и никому не рекомендую. То есть, если вам никто не говорит о последствиях, это не значит, что их не будет. То есть те же самые там на кровь, например, да, какие-то штуки человек делает. Но это слишком дорогое удовольствие. Да, те же самые вот обереги тоже на кровь делаются. Кто знает и понимает это, он делает только для себя свои обереги на кровь. Вот. То есть это очень сильные моменты, и относиться к ним как к какой-то игре может слишком дорого обойтись. И это не тот путь, через который человек получает то, что он хочет. Если он делает, да, неважно какое воздействие, он не получит того счастья, которое он через это хотел бы получить. Да, возможно, какой-то будет эффект, да, возможно, будет результат, но за этот результат он будет расплачиваться. И даже если не он сам будет расплачиваться, то будут расплачиваться его дети, его внуки, его родовая система, вплоть до того, что даже может родовая ветка закрыться, и еще много-много разных факторов. Ура! Я закончила этот цвет. Не знаю, вот такая картина. Мне нравится по ней проходить одним цветом 3 раза. Можно считать это моим бизиком или еще что-то. Ну вот тогда получается, что все закрашено. 2 основных цвета на картинах — это желтый и синий, которые не всегда с первого раза закрывают. Ну и белый, конечно, он тоже не всегда бывает с первого раза закрывает. Вот, их приходится красить несколько раз. Ну так как красок много и фактура очень интересная, и на обороте тут вот не просто, тут еще картон подстелен, да, а я поэтому прохожусь прям по 3 раза, получается очень фактурно, очень красиво. Так, сейчас я возьму семерочку. Семерочку. И буду ее раскрашивать. Угу. Смазана цифра на цвете, не очень понятно, там какой цвет. Так вот, вот эти все порчи снимаем либо самостоятельно, либо с помощью специалиста. Идем дальше. Сильнее, чем... А, вот про порчи заканчиваем, да? Порчи, они у нас могут наводиться в том числе с помощью подклада. Подкладом это не обязательно какая-то вещь, это может быть подарки, это может быть еда, которую принесли, да, то есть это может быть какие-то незаметные там сувениры или даже что-то для дома. То есть тут вариантов очень-очень много. Лучше ко всем к ним относиться бережно. Ну, не надо, напоминаю, что не надо впадать в крайность, придерживаемся золотой середины, да, ну, не отказываемся от подарков, их можно просто чистить. Есть очень простые такие
фразы, которыми мы их чистим, да, я беру только подарок, ничего кроме этого, да, или ничего больше. И получается, что когда мы берем, мы действительно берем только подарок. Если там к нему что-то еще было привязано или еще что-то, то оно просто не берется, мы это не получаем, потому что мы выбрали взять только подарок. И ничего больше. Вот. Это может быть не только подарок, но и то, за что вы заплатили. То есть очень часто люди думают, что вот подклад на какую-то, это только на какие-то бесплатные штуки, поэтому я никакую денежку на земле не подниму, я там ничего в дар не возьму, тогда никакого подклада не будет. Это не так, это может быть то, за что вы платили, и это может быть что-то спрятанное, что вы даже не видели, не знали, например, за шкаф, да, например, вот на кухне шкафы у нас же стоят, а фартуков же раньше не было, и можно было вот так за шкаф что-то спрятать. Те же самые иголки в ковриках, там в дверях, в обоях, нитки и прочее, прочее. То есть много-много всяких вариантов, когда и снаружи это может сделать, и под землю под коврик с кладбища сыпают. Куча-куча разных вариантов. Ну, то есть, будь это там деревенская магия на петуха, да, когда петуха рубят, делают. То есть очень много разных вариантов. И человек, он не всегда даже такая фантазия у него включается, чтобы понять всю вот эту историю, все это разнообразие, вот, всю эту систему. Поэтому, ну, не надо этого понимать, не надо в этом разбираться. Как лучше всего с этим справиться? А, смотрите, я делаю так. Либо зовется какой-то другой человек. То есть, если воздействие на вас, то другому человеку это нипочем. И вы просите его убрать. Если вам некого позвать убрать, вы просто надеваете пакет на руку, собираете это, выкидываете. А я не люблю собирать на совок, на веник, потому что в моем мире тогда этот совок и этот веник тоже надо выбросить. Вот. Вот так это выглядит в моем мире. И это просто уносится, это ни в коем случае не кладется где-то дома. Это уносится либо на перекресток, либо в мусорку. Это выкидывается. Если я уношу на перекресток, я говорю такое славление. Колы оберег, 40 сороков, трижды по 40, 40 дорог. Огонь, перекрест, оберег, окрест, огонь, перекрест, оберег, окрест, огонь, перекрест, оберег, окрест. И получается, что таким образом вот эта вся негативная энергия, она расходится по 40 перекресткам, и она просто рассеивается. То есть она не переходит на кого-то другого, она никуда не девается, то есть она рассеивается. Мне очень нравится, вот был такой сериал, он и сейчас в интернете есть, «Однажды в сказке», и там было, значит, проклятие наложено вечного сна. И как-то они искали, как справиться с этим проклятием вечного сна. И вот они придумали, что разделить его на всех. Да, и они разделили, и просто все поскольку-то поспали, и все проснулись. И тогда тот, на кого было наложено это проклятие, он от него освободился. То есть вот точно так же это просто рассеивается. Это очень хорошо работает. Так, сейчас я еще немножко покрашу и посмотрю ваши комментарии. То есть вариантов чистки очень много. И тут надо понимать, что когда мы обращаемся к специалисту, он подбирает, да, либо по своему опыту, либо исходя из множества факторов, то, каким образом это убирать, то, каким образом это снимать. Но убирать, снимать, трансформировать это в любом случае надо. Движемся дальше. Мы с вами перешли на проклятие, да, ну вот, то есть про подклады вроде бы все рассказала. Убирать их обязательно надо. Вот, оставлять их нельзя. Вот. Проклятие. Это как раз такая уже сильное воздействие, которое может привести к смерти. То есть чаще всего оно так и работает. И очень часто оно работает не просто на какое-то одно поколение, а оно прям работает на целую цепочку поколений, таким образом, что, ну, бывает до 9 поколений, да, таким образом, что платят не только те сами люди,
но и их окружение, их род, их потомки. Тут очень много зависит от того, какое проклятие сделано. Например, в советское время родители заставили, значит, ну, дочь в 15 лет родила, а родители правком и все вот эти истории заставили ее, в общем-то, похоронить своего ребенка заживо. И она не вслух даже, но в сердцах, в своих чувствах, эмоциях, да, сказала, что вы не понимаете, как я мучаюсь. Вот если вы сами всех своих детей похороните, вот вы тогда... А если вы сами своих детей похороните, вот тогда вы это увидите, вы это поймете. И так получилось, что ее братья и сестры начали один за другим умирать, и родители перехоронили всех своих детей. Вот. И она сама в итоге тоже умерла, да, в результате вот своего такого проклятия. И на этом закончилось. А бывает проклятие, да, на вымирание рода, чтобы весь ваш род вымер, например, да, или чтобы вас не стало. Ну, то есть, и он так и работает, что целый род, целые ветви рода, они просто вымирают, вымирают фамилии. Вот, и это тоже, ну, это более серьезные уже такие работы, тут прям частенько одного раза не хватает, тут надо прям основательно к этому подходить и прям это прорабатывать. Кто-то, знаете, берет такой вариант, что перекладывает с одних на других, типа вот сейчас давайте мы переложим там на Васю, Петю, Диму, Колю. Но никому этого не рекомендую, потому что за это тоже придется платить, и как бы как такового полного решения вопроса это не даст. Потому что потом, когда в том роду это случится, ну, по кармическим историям к вам это снова как-то придет, и это снова придется как-то решать. То есть никому не рекомендую не делать такое воздействие, тоже не рекомендую, потому что чаще всего плата за такое, это будет вымирание вашего рода. Вот, поэтому, ребятушки, думайте о том, что вы делаете, и делайте осознанно, да. Потому что те, кто занимается чернухой, они тоже за это платят. И их цена – это их цена. И если вам цена не озвучивается, это не значит, что вы ничего не будете платить. Идем дальше. То есть это все снимается, это все убирается, это идет очень долгая работа. А те же самые отчитки, да, разные сорокодневки, посты, аскезы и, конечно же, убирание причины, почему это сделано. Здесь уже идет работа не просто между человеком и человеком, а здесь идет работа чаще всего между родовыми системами. То есть вот у меня в системе, в моей в системе перевыбора, я работаю на уровне человека, на уровне рода, на уровне кармы, да, воплощений и на уровне миров. Вот. За счет этого, когда мы прорабатываем сразу на всех уровнях, и у людей идут сразу изменения, потому что они, ну, сразу везде проработали, и все, и вопрос становится закрытым. Конечно, когда это очень активно, когда очень много, так, поверну картину, то там не всегда хватает там одного раза или одного сеанса приходится, ну, над этим. Вот сейчас у меня есть девушка, мы с ней уже два раза встретились, два раза попрорабатывались, но у нее вот настолько сильный блок, что, ну, мало. Для меня, для обычных моих клиентов, это маленькие изменения. Это, ну, считается маленьким результатом. Потому что обычно, когда мы столько прорабатываем, у людей уже идут прям глобальные трансформации, огромнейшие изменения. Вот, так тоже бывает, и поэтому вот мы активно работаем с родовой системой. То есть, если она просто... Если, а представляете, если бы я прорабатывала только ее. И вот бывают такие клиенты, приходят, они говорят, мне кажется, я уже все проработала, вот я же это прорабатывала там с психологом. Ну, допустим, ту же самую там маленькую девочку, да, право на жизнь. Вот я же прорабатывала. Да, ты проработала на уровне этой жизни, а у тебя там на каком-нибудь кармическом уровне или на родовом, да, потеряна любовь и потеряно право на жизнь. Или то же самое проклятие, да, которое закрывает родовую ветку. И все, и оно-то не снималось, ты вроде на своем уровне решила, а приходишь ко мне, а у тебя там
на уровне родовом, на уровне кармическом целая завалка. И я вот показываю человеку, вот смотри, ну, это не решено в твоей жизни, у тебя просто случилось замещение. Ты вроде бы вот здесь вот так вот, но вместо этого ты вот здесь вот так взяла, и у тебя вот так пошло. И человек спрашивает: Рая, откуда ты знаешь? Ну, это же действительно так. Да потому что это действительно так. Очень многие вопросы в современном мире, когда мы решили современную базу вот здесь и сейчас, то мы переходим на какую-то родовую базу и кармическую, и там тоже надо это решать. Потому что у нас нет таких моментов, которые из бухты-барахты ниоткуда возникли в этой жизни. У этого у всего есть какие-то более глубинные причины. А вот в итоге я расскажу в финале, как про все это, как мы чистим. Да, и там вот как раз про это расскажу более подробнее. А сейчас давайте вернемся к проклятиям. То есть, когда мы работаем с проклятиями, то мы работаем в первую очередь с родовой системой, потому что это наше тело, да. И мы работаем с кармической системой, потому что, ну, карма – это, давайте я скажу так, это наше воплощение души в разное время, в разных ипостасиях. То есть я считаю, что человек может воплотиться там и животным, и деревом, и камнем, и стихией воды, и всем чем угодно. То есть у меня было воплощение, где я была огнем, и, ну, так от этого никуда не денешься, это вот такая часть жизни. Она есть. Если человек этого не признает, если человек этого не видит и с этим не работает, это не значит, что этого нет. Это значит, что в его мире это остается в теневой стороне. Вот. А я, кстати, сейчас изучаю еще одного ученого и в свою работу, в свою систему перевыбора подключаю его работы. Очень интересно. Ну, расскажу, когда вот уже познаю, уже начала это включать. Дальше будет больше, я обязательно с вами этим поделюсь. Вот, то есть проклятие, просто себя снять проклятие, только себя, это, ну, как правило, неэффективно. А вот когда мы убираем в родовой системе, когда мы убираем во всей этой глубине, то тогда, да, тогда получается очень ярко, изменения видны быстро, и они очень масштабные. Вот, так получается, что... ну, если у нас есть какое-то воздействие, какое-то проклятие именно, да, то оно либо нам уже досталось, то есть вот приходят девушки, я чаще всего сейчас с девушками работаю, хотя и мужчины есть, а у них уже это проклятие. Мы начинаем смотреть и приходим к тому, что они с ним уже родились. Вот, они вроде бы родились, а проклятие уже есть. И вот недавно работала с женщиной, и у нее проклятие... Ее предки раскулачивали. И почти каждая семья, которую они раскулачивали, их проклинала, чтобы вы там сами бедно жили, чтобы вы сами всего лишились и всего прочего, прочего, прочего. И она сидит, то есть и не может самореализоваться, не может работать, это не приносит ей деньги. Да, там бесплатно еще как-то, да, люди тянутся, да, людям нравится. Но вот чтобы зарабатывать... На этом у нее не получается. И вот когда мы это проработали, когда мы пошли в эту проработку, ситуация стала сразу же меняться. Вот. Значит, они нам могут достаться по наследству, и мы можем уже с ними родиться. А можем создать, да, сами получить в этой жизни какие-то новые. И если человек говорит, вот как бы сделать так, чтобы вот он вообще никогда ничего, не дай бог, ну, я говорю, ну, тогда вот живите, как серые мышки, прячьтесь, уйдите в отшельники, чтобы вас никто не знал. Тогда у вас не будет абсолютно никакого воздействия, ни с глаза, ничего. Но не факт, что у вас не будет самопроклятия, потому что есть такая штука еще, как самопроклятие. Сейчас я запишу это в свой списочек, чтобы вам тоже рассказать. Угу. Так. И вот эти вот проклятия, они всегда влияют. Всегда влияют, и они очень часто влияют в такой динамике, в перспективе времени. То есть тут, когда вот мы, допустим, не знаем свою родовую систему, свою ветку и как что работает, очень часто мы этого не видим. Также это очень хорошо видно, когда женщины в роду не могут родить, когда проблемы с детородностью, то чаще всего это тоже какое-то воздействие,
какое-то проклятие. И не факт, что даже на саму женщину, это может быть и на мужчину, и просто им, может быть, досталось тоже из рода. То есть они жили, все у них было хорошо, все прекрасно, но вот решили там с детьми, и что-то не получается. Пошли к доктору, да, доктор сказал, у вас все хорошо, то есть непонятно, почему у вас так. Да, то есть даже может не быть никаких медицинских показателей, хотя может быть и наоборот, может быть, что и медицина говорит, у тебя вот такие-такие проблемы, ты вообще никогда не родишь. Но на самом деле это не так, потому что мне сама говорили, что вот что у меня бесплодие, когда я старшую родила, да, вот потом после этого мне ставили бесплодие. Ну, доктора ошибались. Давайте скажем так. Ну, чтобы доктора ошиблись, нужно для этого что-то сделать. То есть это вот не на пустом месте оно все получается. Но давайте отшучусь, да, что как минимум надо заниматься сексом. Вот. Возвращаемся к нашим историям. То есть это все убирается, с этим всем работается. Так, сейчас вот я это докрашу, положу кисточку мыться и посмотрю ваши вопросы. Если они у вас есть, напишите. На этом я хочу закончить тему с проклятиями и перейти дальше. Посмотреть, что там у меня в списке. Будет сегодня немножко не по порядку, потому что я список написала не по порядку. И читаю тоже не по порядку. Так, да, вижу ваших комментарии. Так, а вы меня слышите? А то Лариса мне написала, что звука нет. Что, реально? Я сама с собой разговаривала? Напишите мне, есть ли звук. Срочно. А то я запереживала. Крутой фон, да. На фоне это шкура медведя. Это настоящий медведь. Благодаря вашим подаркам на мой день рождения я вот приобрела эту шкуру, и она теперь помогает в работе с людьми. Ну, тут вот Илья пишет, да, что, ну, все зависит от человека, и никакие порчи не помеха. Я полностью с этим согласна, что все зависит от нас. Вам тоже привет. Очень красивая творческая работа. Желаю тебе успехов. Благодарю. Угу, благодарю, благодарю. Ну, сегодня у вас такая комментарий более поддерживающий, вдохновляющий. Благодарю, мне это тоже приятно. Так, давайте заглянем в мой листочек. Вот смотрите, есть такая штука, как привороты и отвороты. Я немножко вскользь про это сказала. Давайте сейчас поговорим поподробнее. Привороты и отвороты, это не обязательно она там замужних, женатых, это просто может быть девушка присмотрела себе мужчину, а мужчина ее не выбрал. И она идет и делает какое-то воздействие, и через это пытается прийти к желаемому результату. Вот. То есть вариантов очень много разных, как это делается и почему. И их задача сделать человека своим. И что же происходит? Происходит, что человек ломается. То есть у человека забирается воля. Если, как я рассказывала на примере с холотропом, да, я мужчине дала право выбора. Я с уважением его воли предложила, я хочу вот так, а ты подумай, посмотри, хочешь ли ты так, подойдет ли тебе так. Но если делается приворот-отворот, то это полностью, ну, давайте так грубо скажем, смерть для воли. И тут ничего не остается, кроме как безволие. И очень часто люди от этого страдают, люди мучаются. И семьи счастливой не получается. И бывает, они становятся алкоголиками, они начинают пить, начинают бить партнера, да, то есть появляется какое-то насилие. Это вот особенность приворота в том, что он не дает счастья. Он не помогает. Особенность отворота заключается в том, что какая-нибудь завистница берет и отворачивает там мужа от жены в надежде, например, что муж станет ее
Хотя вообще не факт, он смело может пойти к какой-то другой женщине или вообще не сможет быть ни с какой женщиной. Это тоже вот бывают такие разные последствия отворота. Это все тоже надо убирать, это все тоже надо снимать. Вот, это все тоже очень сильно влияет. Тут хотела добавить, что очень многие в семье, знаете, вот перекладывают ответственность, да, за какие-то моменты, что а вот это может приворот, это может отворот, может, а может и нет. То есть в любом случае с этим надо работать в первую очередь в отношениях, да, и во вторую очередь это уже какими-то вот такими, давайте скажем так, эзотерическими магическими штучками, потому что именно через это и идет вся вот эта вот работа, вся эта проработка. Так. Ну, не очень. Я хочу сказать, что вот тема сегодняшнего нашего общения, это не является одной из моих любимых тем, но, тем не менее, я решила рассказать, потому что очень много про это вопросов и очень много моментов. Вот. И возвращаемся к тому, что, ну, не надо перекладывать ответственность на какие-то там привороты, отвороты. Надо по-здоровому смотреть на жизнь, на мир, да. Если у вас не строятся отношения, то загляните в себя, посмотрите, может быть, у вас есть какая-то причина, почему не строятся отношения. Проработайте сначала эту причину, и вот когда вы все причины проработаете, тогда есть смысл думать о том и говорить о том, что это приворот-отворот и какие-то там дополнительные воздействия. Вот. Так. Что еще про привороты и отвороты? Привороты и отвороты – это, по сути, чувство собственности. Это из человека создают свою собственность. И за это придется очень дорого заплатить. Возможно, даже, ну, есть такие случаи, когда прям, ну да, живут, все, прям детей рожают, но все равно чувствуется холодность в отношениях. Или в отношениях есть кто-то третий, например, на место этого третьего встает работа, или хобби, или какие-то путешествия. Либо наоборот, тот, кого приворожили, да, он не может ничего сам, он не может ничего делать, не может быть сам. И вот так получается мучение. То есть, по идее, человек-то, когда делал приворот, он хотел счастливую семейную жизнь с кем-то, но вместо этого он получил определенную долю страданий, именно потому что вот эти воздействия, они не являются здоровыми, и сразу же это идет через искаженную энергию, и сразу же это идет, давайте скажем по-русски, через жопу. То есть нереально, невозможно, по-хорошему, и через счастье все это сделать. Будь это приворот, отворот или еще какое-то магическое воздействие, это все будет через жопу. Вот. И еще за эту жопу придется недешево заплатить. Поэтому 10 раз подумайте, лучше 1000 раз подумайте, прежде чем ввязываться в какую-нибудь такую историю. У меня в подростковом возрасте был опыт. Я влюбилась в соседского мальчика и его стала привораживать. Я, слава богу, что тогда все так случилось, он меня выловил, стал трясти за грудки. Я поняла, что я делаю что-то не то, что-то пошло не так, он же должен был меня любить. И после этого я закрыла себе способности, чтобы не накуролесить, чтобы сначала в этом разобраться, вырасти немножко, а потом уже лезть во все эти соблазны. Мне это помогло. Мне это помогло, и это стала определенной опорой, определенным ресурсом. Я спокойно сначала нарожала детей, да, часть из них, а потом уже пошла во все эти эзотерические штуки. Могла ли я бы родить полноценно детей с этими эзотерическими штуками, я не знаю. Вот. Может быть, мои беременности были легче, а может быть, были бы тяжелее, потому что когда вот я последние 2 раза была беременна, эзотерические штучки на меня очень сильно влияли, вплоть до того, что я вообще старалась почти не работать. Мне было тяжело совмещать беременность и работу с людьми, потому что это постоянно границы, вторжение в чужое поле, эмпатия, когда ты погружаешься в чужое, когда я погружаюсь в чужое поле.
То есть это тоже определенные силы, определенные моменты и ресурсы, которые, ну, беременным бывают противопоказаны. Вот, то есть вот такая штука с приворотами и отворотами. Вот, отворот ни о чем не говорит, это чаще всего зависть, желание там кому-то навредить, напакостничать, потому что у меня этого нет. Я понимаю боль, я понимаю зависть. Это, ну, то есть это часть нашей жизни. Нет ни одного человека, который никогда бы не завидовал, и которому никогда бы не было больно. Ну, то есть таких людей нет вообще, вот прям совсем. И это, конечно, не повод пойти и заниматься чернухой, а это повод разобраться в себе, решить вопрос с этой болью и через зависть, да, опять же, определить свои цели, что ты хочешь, поставить к ним план и начать их достигать. Так, списочки я у себя сейчас вычеркиваю, значит, отвороты. Про подклады я вам тоже рассказала. Угу. Давайте про самопроклятие. Потом есть еще одна интересная штука, которая тоже относится к воздействиям. Самопроклятие. Что же это такое? Это когда человек сам себя проклинает. Например, вот может быть, если бы я не занималась своей самореализацией, своими делами во время беременности, то, может быть, тогда бы я не потеряла ребенка. А я вот занималась, и я, как бы, получается, я себя виню, я себя обвиняю. И это очень часто вызывает самопроклятие, да? То есть вот как, не когда кто-то нас обвиняет, а когда мы себя обвиняем. Или когда мы говорим, сейчас пример хочу с другим человеком привести. А, что вот если бы, например, если бы мамы не было, я бы жила бы в интернате, мне бы там было бы лучше, моя жизнь была бы лучше. И вот, вроде бы разборка с мамой, но во мне половина мамы. И говоря, лучше бы мамы не было, это тоже определенное такое проклятие, да? Но я его кладу на себя, на свою половину, которая во мне мама. И поэтому так важно прорабатывать отношения с родителями, прорабатывать боль в этих отношениях, или отсутствие папы в жизни, да, или мама какая-то не такая, все что угодно. То есть вот мой папа умер, когда мне было 10 месяцев. Никакой другой мужчина эту роль не занял. Я жила с этой болью. И потом только плюс-минус в 27 я как бы с этим разобралась. Вот. И с этим обязательно надо разбираться. То есть надо разбираться с виной, надо разбираться с претензиями, потому что именно они, что претензия, что вот если бы они, если бы оно, то моя жизнь была бы совсем другая. Вот тогда бы, да, тогда бы моя жизнь была идеальная. То есть вот, например, смотрите, опять же, многие, я на днях вспоминала соседей по общежитию, и вот там мужчина, значит, хотел, тут была семейная пара, ну вот у них родился ребенок, а мужчина хотел быть футболистом. И он говорит, я не стал футболистом, потому что у меня ребенок, да, потому что у меня семья, и за место карьеры мне пришлось выбрать семью. И вот он говорит, вот если бы там ни жена, ни ребенок, я бы был футболистом. И таким образом получается, вот это как проклятие работает, да, как проклятие своей семьи, как проклятие себя. То есть если у вас, смотрите, такой важный показатель, стоит выбор, либо дети, либо самореализация, либо деньги, либо любовь. Ну, то есть выборы могут быть разные. Суть выбора заключается в том, что или-или вместе нельзя. Если у вас есть это или-или, то оно начинает срабатывать. И начинается такая история, в которой вы в замкнутом круге, в который вы не можете получить и то, и другое. Но это же вот очень часто в нашей жизни проявляется. Ну, это и есть в том числе самопроклятие, которое мы убираем. А откуда оно пошло, когда оно возникло? Тут часто подключается карма, тут часто подключаются родовые истории. Но, тем не менее, вот как есть.
Слушайте, мне кажется, цвет прям не соответствует, как будто бы он должен быть светлее, а он темнее. Я даже не знаю, что с этим делать, но думаю, что в данной картине я прям так и оставлю. Я не буду ничего менять, я могу взять, по сути, другой цвет и закрасить другим, но я ничего не буду менять. Я оставлю так. Бывает, что оттенки красок не соответствуют. Ну, вот. Я думаю, что я это проживу, я это переживу. И это тоже получится как-то интересно. Потому что у меня не просто картина, да, а вот картина такая трансформационная, живая, уникальная. Вот. И с этим надо разбираться через, опять же, разные пути, разные шаги. Лучше всего здесь помогает проработка аутоагрессии, да, проработка прощения себя. То есть я прощаю себя, что там, я не могу выбрать и то, и другое, да, что мне пришлось выбирать, что когда я выбирала, я предала там. Но это то же самое, когда вот у ребенка спрашиваешь, а кого ты больше любишь, маму или папу? И ребенок такой, в смысле маму или папу? То есть я должен кого-то любить больше, а кого-то меньше? И у него непонимание, потому что он любит маму и папу, и любит одинаково сильно. И он не понимает, почему ему надо выбрать маму или папу. И происходит, ну, то есть, давайте назовем это травмой, да, происходит травма, в результате которой он понимает, что, короче, что-то тут не так. Либо когда родители, да, между собой, вот ты маменькин сыночек, ты там папина доченька, например. Да, и вот они вроде бы договорились, чтобы им было проще, легче. Ну, у ребенка может отложиться такое впечатление, что там папа любит его больше, или мама любит его больше или меньше, да, то есть, а почему мне не додали любви, там. Потому что, по сути, каждому ребенку хочется и маму, и папу. Вот. И когда родители заставляют ребенка выбрать, у него происходит, давайте грубо скажем, да, самопроклятие, потому что ему приходится поставить кого-то из родителей на первый план, а кого-то на второй. И то есть, как бы он, получается, половинку себя предает ради второй своей половинки. Хотя родители ему задали очень такой, ну, простой вопрос, там, кого ты сильнее любишь. Ну, как бы это очень сложно с точки зрения внутреннего мира. И никогда не надо ставить ребенка перед таким выбором. Вот, даже как бы в шуточку так не надо говорить. Не, смотрите, тут надо понимать, что ребенку всегда найдется с чем пойти к специалисту, даже если родители будут самые идеальненькие. Но просто есть такие моменты, которые сильнее всего работают. И даже если вы так говорили своему ребенку, ничего страшного, возьмите, включите медитацию аутоагрессии, проработайте себя, там, неважно, это имеет отношение к ребенку или нет. Но если вы занимаетесь самобичеванием, да, упрекаете себя, ругаете себя. Значит, руки в ноги берем. Открываем YouTube, включаем медитацию и прорабатываемся. Это, по-моему, даже одна из последних медитаций, которую я записала. И когда на днях мне было плохо, я очень была рада, что она у меня была записана, потому что я в тот момент не могла сама с собой работать и не могла, ну, пойти сама делать ее, и мне... Я просто включила запись и просто записью работала. Ну, все прям идеальненько, мир прям идеален. Я смогла сама себе помочь в важный для меня момент. Вот, опять же, если есть вопросы, напишите. Сейчас посмотрю. Вот пишет, меня тоже приворожили. Как от этого избавиться? Это надо снимать, это надо убирать. А, то есть... Это невозможно, ну, есть, опять же, да, есть случаи, когда это берется и перекладывается на других, но я так не работаю, я так не рекомендую. То есть это убирается. Вот. Давайте мы сейчас, у нас с вами мало времени осталось, я хотела вам еще рассказать про подселение и привязки. Это тоже такой вид воздействия. И давайте тогда немножко потороплюсь, если что, задержимся. Я вам расскажу про подселение и привязки, как вообще с этим всем работать.
Что такое подселение, что такое привязки? Подселение – это когда в результате тех или иных действий или обстоятельств у человека появляется сущность. То есть какая-то дополнительная сущность. У девочек очень часто появляется сущность какого-нибудь мужика, когда девочки не смогли сами себя защитить, и этот мужик им помогает. Но в ответ за это девочки платят своим женским здоровьем. У меня такое подселение было с 8 лет. Плюс-минус. Вроде бы, да, с 8 лет. Вот. И, ну, как это произошло? Смотрите, у меня, получается, отец умер, а у мамы потом был мужчина, и я его лет так в 5, когда меня кондуктор спросила, с кем ты едешь, я сказала, я еду с папой, после чего мы вышли из автобуса, и он прочитал мне лекцию, что он мне ни хера не папа, какого хера я его так назвала. И, в общем-то, как бы мне все было понятно, что в роль моего папы он не собирается. Он отец моих младших сестер. Ну, окей, я все поняла. Вот, ну и как бы я вот так жила, да, там. И помню, как я шла. Мама меня отправила, буду очень сейчас коротенько это рассказывать. Отправила, значит, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это вот так в моей детской позиции выглядело. Понятно, что она меня отправила. Но она меня отправила за мелом куда-то в СМУ или ПТУ какую-то, короче, куда-то забрать, на конечную, бла-бла. Я не туда уехала. В общем, я потом шла, и мне было страшно, и шел какой-то мужик. Я такая, о, вот я к нему грубо говоря, как к отцу за защитой, да. И в итоге этот мужик там утащил, сделал насильственные действия. Вот. И я как бы, получается, попыталась найти защиту, опору снаружи, но я ее не получила, и все мои попытки привели к боли и насилию. И тогда я решила, что окей, раз этого нет внутри, пусть это будет у меня... Раз этого нет снаружи, пусть это будет у меня внутри. И таким образом я вот этому мужику внутреннему, Валерия, разрешила быть, разрешила жить, помогать мне. И, в общем-то, он мне на самом деле очень сильно помогал. Но я все время за это платила женским здоровьем до тех пор, пока мы с ним не расстались. Вот, как только мы расстались, у меня по-женски стало все прекрасно. Мистика. Или называйте как хотите, но факт есть факт. Двигаемся дальше, да? То есть вот это вот подселение, это когда... Первое, это когда вынужденность. То есть вот, нам просто для сохранения своей жизни, для самозащиты, нам это просто жизненно необходимо. Мы сами не справляемся. Второй вариант, это когда это происходит не по нашей воле. То есть кто-нибудь... Взял, прицепил нам какую-нибудь сущность, которая будет из нас качать и закачивать в него, например, да? Вот, мы можем об этом знать, не знать, мы можем начать чувствовать, что ой, что-то сил у меня стало меньше или вообще их нету. То есть также работают техники, когда забирают душу человека, он перестает все чувствовать, ощущать, вроде бы все есть, но что-то как-то не кайфово или наоборот, там не все есть, ну... Все равно нехорошо. Либо там атрофия эмоций, атрофия жизни, желания. Там много разных факторов, показателей. Так, поверну снова картину. Вот. И происходит так, что вот это вот подселение, оно тоже никогда не происходит просто так. У него тоже есть какие-то причины. И это либо обоюдно выгодные причины, либо выгоднее для него, чем для нас. То есть невозможно иметь такое подселение, которое для нас будет выгоднее, чем для него. Такого не бывает. Это подселение, с ним тоже нужно работать, с ним тоже нужно прорабатываться. То есть с ним вот так просто расстаться, ну, практически невозможно. То есть, чтобы с ним расстаться, это надо прям очень сильно поработать, еще сильнее, чем с каким-либо там проклятием и другими штуками, даже если они насмерть.
Это надо все прорабатывать, это надо все прям убирать. А кто-то живет всю жизнь и не убирает, он говорит, что мне и так хорошо, мне есть с кем пообщаться. Это я свою внутреннюю сущность называю Валерой, да? Ну, просто реально у женщин очень часто мужское подселение, и они, женщины за это очень часто бывает платят одиночеством. То есть они вот общаются со своим вот этим подселенцем внутренним, и вроде бы как бы и мужика-то не особо в реальной жизни надо. Например, тоже недавно был случай, пришла клиентка, и у нее, получается, умер молодой человек, и часть души этого молодого человека просто осталась в ней, и она с ним живет, и вроде бы ей хочется новую семейную жизнь построить, быть счастливой в семье, а как бы за счет того, что вот тот человечек живет внутри нее, у нее что-то как-то не складывается, не получается, да? Вот, хотя и вроде бы очень-очень хочется. И так вот реально бывает, то есть это на примере мужско-женском, но есть абсолютно много разных примеров, очень много. Тут очень часто, смотрите, еще такая штука, когда люди живут не свою жизнь, то есть также бывают и родовые моменты, когда в роду кто-то умер, был изгнан или абортирован, и потом родился ребенок, и этот ребенок как будто бы живет не свою жизнь или живет не только за свою. Вот когда очень активная история за себя и за того парня, это значит, что есть подселение. То есть для чего вот это родовое подселение, да? А оно случается для того, чтобы, понимаете, все, ну, все не случайно, все должно находиться в гармонии, в балансе. И если кого-то выгнали или исключили, или убили, то он пытается проявиться. Он пытается проявиться, чтобы его заметили и помогли решить ему вопрос. А сейчас еще такое время осенних дедов, да, когда вот наши родовые, они очень активные. И, ну, у меня тоже сейчас мои проявились. Я тоже сейчас с ними, на самом деле, готовлюсь работать. Так-то мне уже надо было неделю как с ними работать. Но я вот внутри еще готовлюсь и придумываю, как же мне это сделать. Вот. И получается, что они приходят для того, чтобы мы помогли им закончить их вопросы. И второй момент, почему они очень часто приходят. Мы такие: ой, вам так плохо, так тяжело, я возьму на вас часть, возьму на себя часть вашего груза, чтобы вам было полегче, чтобы вам было получше. И они такие приходят. Ну, серьезно, вот. И говорит, типа, какого фига? Какого фига ты забрал у меня мое? Верни мне мое. И бывает, вся разборка с ними заканчивается тем, что мы просто отдаем им то, что им принадлежит. То, что их по праву. И они счастливые и довольные идут туда, откуда пришли. Им ничего больше не надо, кроме как забрать свое. То есть тут давайте там... Почему так происходит, что мы берем чужое? Например, да? Наши родители не хотели, например, нас рожать. Но мы такие, ну вот, или наоборот, хотели, родили, но вдруг что-то случилось, и жизнь стала хуже. А, например, случилась перестройка. И в результате перестройки им стало жить хуже, а у ребенка, понимаете, он – это весь мир. Когда он маленький, особенно до 3 лет, и ребенок так считывает, что как будто бы родителям стало так плохо из-за того, что он родился. Хотя на самом деле это может быть совсем не так. И вот получается, что он такой: давайте я тогда вам помогу, чтобы вам было полегче. То есть он как бы отрабатывает за то, что он живет. И он, получается, забирает какие-то моменты себе, хотя он ребенок, и его задача быть ребенком. Но он берет на себя вот какие-то такие взрослые штуки, какие-то такие взрослые моменты. И тем самым родители до конца не проходят свой урок. И он проходит не свою детскую жизнь, не свой детский урок, а слишком рано становится взрослым. В таких случаях как раз всякие вот эти внутренние девочки, они блокируются, уходят на второй план, уходит хочуха, эмоциональность и многие вот такие разные жизненные моменты. Вот. И, ну, то есть очень часто... Давайте я скажу по-другому, да? То есть это, получается, происходит нарушение границ. И вот нарушение вот этих внутренних родовых границ и нарушение структуры
рода, когда каждый стоит на своем месте, оно и приводит к тому, что появляется необходимость к этой работе, появляется необходимость в этих трансформациях. Вот. Так, что еще вам рассказать про подселение? Сейчас подумаю, что еще рассказать. Ну, смотрите, с подселением чистка происходит двумя способами. Первый, это, грубо там говоря, да, черный шаманизм, когда ему вообще пофигу, что там хочет дух и зачем он пришел, он просто его изгоняет, типа, ну, насилие, да, проявляет насильственные действия. Либо, грубо говоря, белый шаманизм, когда белый шаман пытается договориться с духом, разобраться, понять, дать, что ему нужно, и по-доброму решить этот вопрос, по-хорошему, да, через партнерские отношения. Вот. Ну, конечно, я больше приемлю второй вариант, через партнерские отношения, потому что если решать этот вопрос через насилие, для меня и в моем мире, в моем понимании, это не решение вопроса, это просто его откладывание на куда-то потом, потому что, ну, причина не убрана, задача не решена, и урок будет повторяться до тех пор, пока не будет усвоен. Если здесь и сейчас просто вот решили, то вообще сам по себе вопрос остался нерешенным. А это значит, что либо мне потом придется к нему возвращаться, либо моим детям, внукам, правнукам. И для меня это как бы, ну, нецелесообразное расходование средств и не некачественная работа. То есть если я могу сразу сделать хорошо, зачем мне тогда делать так, чтобы потом пришлось переделывать? Да, то есть тут вот я все-таки за то, чтобы решить сразу вопрос с этим подселением, с причинами, зачем это нужно. То есть моему подселению нужно, он бы умер раньше времени, он хотел служить, он хотел помогать, он хотел быть героем. И он пришел ко мне, служить мне, помогать мне, быть героем, да, вот. И, кстати, пока он у меня был в подселении, я не принимала свой такой архетип, как герой, хотя он у меня очень сильный, вот. И когда мы расстались, у меня стало принятие этого архетипа, потому что до этого я замещала его архетипом мудрец. Хотя я понимала, что это архетип героя, но я не могла зайти напрямую в этот архетип. Вот. То есть это все очень сильно влияет на нашу жизнь. И когда мы расстаемся с этим подселением, очень часто человек как будто теряет себя. Почему? Потому что подселение занимает большую его часть. И когда я уже не, ну, без подселения, да, я уже я, то я как будто бы себя не знаю. И тут, ну, такой появляется момент нового знакомства с собой, если подселение было долгим, сильным, мощным и занимало большую часть личности. И вот это новое знакомство с собой, это нормально, это часть пути. То есть, когда человек может почувствовать себя после рассоединения потерянным или не понимать себя, да, или непонятным, неизвестным для самого себя, это все нормально, не стоит этого бояться, это часть пути. Потому что тогда давайте, мне просто удобно на моем примере рассказывать, да? Когда я жила с Валерой, часть меня была я, часть меня была Валера. И та часть, где был Валера, там моя часть была не развита, она была атрофирована. И когда Валера ушел, я увидела эту атрофию и эту пустую часть. И мне непонятно, что с ней делать, чем ее заполнять и как с ней быть, да? То есть это, ну, невозможно прикрыть газеткой. С этим нужно что-то делать, с этим нужно что-то решать. Надо на ту часть, куда мы брали ответственным подселенца, надо возвращать ответственность себе и самой за себя отвечать. Так, пишите ваши вопросы, и я вам отвечу. Вот мне непонятно, что значит «я в женском». Давайте поподробнее, чтобы я могла поподробнее прокомментировать, ответить. Вот. Я посмотрю сейчас, да, какие там повыше комментарии, вот сейчас на второй раз докрашу. Вот, то есть подселение — это такая штука, которой все равно надо решать вопрос. Подселение не так, чтобы оно прям передается из поколения в поколение, тут как бы попроще,
мы там вместе жили, вместе умерли. Вот, то есть это как такой, давайте грубо скажу, друган, да, подруга или там вторая мама или еще кто-то, там опекун, но он внутри нас. Вот, и привязки. Привязки это вот, помню, когда я говорила сегодня, да, что, например, подселенец, он для того, чтобы, ну, посадили подселенца для того, чтобы с одного выкачать энергию и передать другому. Привязки это примерно то же самое. Они делаются для того, чтобы сосать энергию. То есть вот откуда вообще мы получаем свою жизненную энергию? Да, то есть определенный какой-то источник, из которого появляется наша энергия. Да, у нас есть еда, которую мы едим, и есть другие какие-то источники. Сон, например, во время сна что-то происходит, да, мы утром встаем, отдохнувшие, веселые, и есть много-много разных других источников. Давайте я перечислю сегодня только один дополнительный. Это, например, энергия солнца. И вот я, значит, питаюсь этой энергией, это один из видов энергии. А есть люди, которые не умеют этим питаться. Или, допустим, энергия Луны, я ей тоже питаюсь. Есть люди, которые не умеют этим питаться. То есть неважно, какой пример это будет энергии, или будь это родовая энергия, да, или моя личная, как угодно. То есть есть люди, у которых нет доступа к энергетическому питанию. А питаться им все равно нужно. И что же они тогда делают? Они начинают питаться другими людьми. И для того, чтобы питаться другими людьми, формируются, создаются вот эти привязки. И привязки нужны им для того, чтобы у них была энергия. Потому что они просто по-другому, ну, не умеют или не хотят, это уже другие детали. И получается, что так же, как мы едим еду, так же через эти привязки нас едят там другие люди, другие сущности. А тут я еще добавлю, что я не считаю человека финальным в ступени эволюции, да, и что там над людьми есть еще кто-то, например, та же самая родовая система, которая нами питается. Если мы ее недостаточно кормим, то она будет кормиться нами. Вот. То есть тут я хочу сказать, что привязки бывают двух типов. Первые – это насильственные, которые как бы они как бы не имеют права нами питаться, но они нами питаются. И второе – это вынужденные. Вынужденные, когда мы сами нарушаем баланс брать-давать, и мы вроде бы должны давать, но на самом деле мы не даем, и тогда у нас берут насильно. То есть если мы не кормим свою родовую систему, если мы своей родовой системе не даем силы и энергию, то она берет их из нас. А берет она их именно для того, чтобы мы сами обратили на это внимание и через это как-то пошли в изменения, в трансформации в родовой системе. То есть это кормление предков, это служение предкам, это там собирать древо рода, это тоже кормление рода. Да, то есть там очень много разных, там элементарно вот свечи я ставлю, да, в подсвечник. У меня есть именно прям родовой, который мне из рода достался. А есть вот этот подсвечник, я его тоже называю родовым, потому что я в нем ставлю за род, за себя, за свое прошлое и за свое будущее. И кормлю своих предков этой энергией, энергией этого огня. И они всегда радуются. Они всегда рады, когда я за них свечу ставлю. Вот. Но также в прошлом видео я подробно рассказывала про то, как мы напитываем свой род, как мы его кормим. Давала там несколько вариантов, можете смело пересмотреть и использовать тоже то, что вам подходит, то, что вам сейчас нравится. А можно прийти 31 числа на мастер-класс и вместе с нами тоже сплести свое древо рода, напитать свою родовую систему. Так. Привязки. Они тоже убираются, они убираются очень легко. Та же самая энергетическая чистка шашками, которая есть у меня на YouTube-канале, она тоже работает на то, чтобы убирать вот эти энергетические привязки. И она очень хорошо работает. То есть я от нее вижу эффект.
И если я на каждой тренировочке чищусь, то мне очень часто бывает вообще не нужно никаких дополнительных чисток. Но последнее время я немножко обнаглела, обхалявничалась и делаю это реже. И поэтому так вот получается, что, ну, что мне пришлось воспользоваться дополнительными моментами. То есть я такой человек, которому нужно чиститься регулярно. Угу. Вижу, да, ваши вопросы. Это вот как раз про то, куда мы идем дальше. И давайте поговорим о том вообще, как все это убирать, как все это снимать. Покрыла на второй раз краску. Сейчас буду покрывать на третий. Останется уже совсем чуть-чуть, смотрите. То есть я хочу за 9-10 встреч уложиться и закончить картину. Как мы вообще все это убираем? Помните ли вы мой основной принцип, что мы все начинаем с пальчика на себя? Я беру, ставлю пальчик на себя, и первое, что я делаю, это диагностика. Неважно, я делаю ее сама или обращаюсь к какому-то специалисту. Если специалист не делает диагностику, то это не специалист, потому что первое, что надо сделать, это надо фронт работы определить. Надо понять, что в каком состоянии, что так, что не так. Это все делается на диагностике. Да? То есть тот же самый человек приходит ко мне на консультацию или приходит ко мне на разбор. Мы с ним начинаем с диагностики. Мы начинаем смотреть, какой запрос, что так, что не так. И обязательно второй момент после диагностики или даже как часть диагностики, это определение цели. Надо понимать, что хочется в итоге, да, к чему хочется прийти, какой хочется результат. Потому что даже то же самое воздействие, то же самое проклятие, оно занимает какое-то место в вас. И когда оно убирается, свято место пусто не бывает. Если мы не знаем, чем это заполнить, угадайте, чем оно заполнится. Ну, потом как бы не сетуйте на то, типа, что за фигня, почему опять какие-то приключения пришли. А вы как бы... Смотрите, я сейчас хочу сказать, что здесь двоякая история, да. С одной стороны, вы обращаетесь к специалисту, но с другой стороны, вы на себя ответственность на специалиста не перекладываете. Тут 50% вы, 50% специалист. Ну, мне еще нравится подход, что 100% ответственности на клиенте, 100% на специалисте. Почему? Потому что специалист на все 100%, что он может, старается сделать для клиента. И клиент на все 100%, что он может, сам тоже старается сделать для себя. То есть, когда вы приходите к специалисту, специалист работает на вас. Его задача, то есть, в этот момент он вам служит, он вам помогает. И через это он как раз уже проявляет свой профессионализм, да, свою самореализацию. Вот. И что у нас получается? Вот получается, мы пришли, определили. Давайте буду на примере со специалистом, потому что так проще. То есть, когда мы делаем сами с собой, это та же самая схема. Я, когда делаю себе самодиагностику, я просто наговариваю видео или аудио на диктофон. И потом его смотрю так же, как специалист, сама разбираю. Да, там. Вот, то есть, первое, это что это диагностика. Мы определили, что не так. И поставили цель, определили, что хочется, к чему идем. И тут мы смотрим, что нам мешает. То есть мы же начинаем с пальчика на себя. То есть я смотрю, что вам не мешает. Я человек пришел, я смотрю, что в человеке мешает. То есть я не бегу сразу же разбирать, а вот ты знаешь, у тебя проклятие. Многим я этого даже не говорю. И может быть они сами там догадывались. Ну, я не перекладываю вот эту ответственность на проклятие или еще что-то. Я начинаю работать с самим человеком. Я говорю, вот смотри, вот это, вот это, вот это. И вот это в твоей жизни ведет к вот этому. А вот у этого, этого и этого в твоей жизни вот такие-то причины. И я сразу проговариваю человеку, по какой системе ты выбираешь работать, олень или тюлень. Да, то есть... Олень это мы несемся тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык и быстренько все делаем. А тюлень это вот мы рефлексируем в процессе, общаемся. А я выслушиваю всю твою обратную связь, все твои эмоции, ощущения, не перебиваю. Ну, вот у меня клиенты любят олень.
То есть они любят быстро, они мне говорят, мы уже походили по разным специалистам, вот, нас, тебя порекомендовали как человека, который дает результат, поэтому давай, я уже хочу результат, мне уже не надо сидеть разглагольствовать, мне нужен мой результат в жизни. И мы идем делать результат в скорости олень, и мы начинаем вот это все прорабатывать, мы начинаем это все трансформировать, и мы идем. И мы идем сразу же. То есть, смотрите, я в своей работе, я не делю человека. Вот ты знаешь, а вот это твое, а вот это родовое, а вот это твое кармическое, а вот это вообще, вот ты знаешь, когда ты была насекомым, ты видела мир вот так. А сейчас, когда ты человек, ты видишь мир вот так. У меня была женщина, интересно, она, мы когда с ней работали, мы пошли в жизнь, где она была змеей. И вот она как бы, ну, и у нее неприятности в жизни, вплоть до того, что, ну, давайте скажем так, да, ну, возможны проблемы с законом, вот. Ну, то есть их нет, но они прям вот нависают, давят, поджимают. И мы с ней стали разбирать, и вот оказалось, что она в одном из воплощений, она была змеей, и когда она была змеей, там вся самозащита заключалась в нападении, все, нападаешь, жалишь, и все ок. А тут она вроде бы включила ту же самую самозащиту, она напала, но в результате ее обвиняют, да, в, ну, давайте так, в насильственных методах, да, в применении насилия. И она в шоке. А почему в шоке? Потому что когда у нее был мир змеи, там это было все норм. А когда это мир человека, у человеч... в человеческом мире другие нормы. И я, когда работаю с людьми, да, я им не разделяю на все вот, ну там, а вот это у тебя родовое, а вот это у тебя кармическое, а вот это из-за того, что было в разных мирах. Я им просто говорю, смотри, вот это есть в твоей жизни, значит, у этого есть причины. И я веду их в пространство, я веду их в поле, мы начинаем работать, сразу на всех уровнях, потому что, ну, то есть, если есть это в жизни, значит, это было и раньше, у этого есть какие-то причины, и мы заходим, мы начинаем работать, и где-то вот конкретно, да, какие-то привязки, какие-то духи, и мы начинаем с ними разбираться, спрашивать, что ты хочешь, что тебе надо. И очень часто у меня именно мои клиенты, они сами видят. То есть я стараюсь сделать так, чтобы они видели сами. Да, я знаю, что это больше энергозатрат. Мне проще увидеть самой, проще почувствовать самой, там, сказать клиенту вот так и так. Ну, как-то для меня не самое главное проще. Для меня, опять же, важен результат, да. И когда клиент сам это видит, когда он сам это чувствует, и сам это проживает на себе, ощущает, ему становится понятнее, ну, что это не Рая, да, придумала или как-то это, а что это вот, ну, как бы реально, я сам это видел. Не зря же говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот. И когда они сами это видят, а когда они сами с этим взаимодействуют, становится понятнее, меньше сопротивления, и оно происходит легче трансформации. Трансформация идет глубиннее и сильнее. И мы начинаем выяснять, что кому надо, кто что хочет. Начинаем, обращаемся к более высшим силам, да, к Богу, или к богам, или к Вселенной. Они нам тоже в этом процессе помогают, потому что мы не всегда можем дать то, что от нас хотят. Вот. И потом происходит такая благодарность, расставание с почетом и уважением. Вот. А иногда это оказывается, что это вообще часть самого человека, да, и он принимает в себя обратно эти свои части, то есть вот это момент самопроклятия. То есть первое, как мы решаем этот вопрос, мы решаем вопрос самым наипростейшим образом консультации. Почему? Потому что именно тогда мы убираем причины. Ну, если человек к этому не готов, если человек этого не хочет, да, окей, можно просто это вымотать, можно убрать воздействие, можно поставить защиту, то есть выматывание, оно не только снимает воздействие, но и ставит защиту. Но дело в том, что выматывание, оно не такое классное, не такое эффективное, как непосредственно сама консультация. Потому что на консультации мы можем устроить разборки. То есть вот смотрите, выматывание, да, мы убираем то, что сейчас воздействие есть, то, что сейчас влияет.
А консультация, мы можем сразу зайти во все воплощения, сразу во всю родовую систему, там вернуть изгнанных, там, ну, очень-очень много всего сделать разом, что вообще выкрутки или просто снятие недостаточно. То есть в чем разница? Разница в том, и смотрите, вначале я тоже про это немножко говорила, что надо убирать причину. Вот воздействие можно снимать сколько угодно, но если не убрана причина, то они будут липнуть снова и снова. И они снова и снова будут влиять. Поэтому я сейчас уже даже выкрутку редко делаю, да, я зову всех ребят, я говорю сразу, приходи на консультацию. И вот у меня тоже недавно было два человека, я им делала выкрутку, и я им говорю, ну, слушай, смотри, да, я убрала, я сделала, но вот эти вот причины, вот такие-такие причины, они влияют на то, что из твоей жизни это не уходит. И человек спрашивает, Рай, откуда ты знаешь, что вот так, вот так? Ну, поле, понимаете, оно есть, оно работает. Вот, смешной, конечно, комментарий. Можете смело идти дальше. Вот, можете оставаться дальше, смотреть. Это, конечно, я тоже люблю шутки, тоже люблю юмор. Благодарю, меня улыбнуло, я заценила шутку. Вот. И смотрите, ну просто она сейчас не в тему будет, поэтому я ее не озвучу. Когда мы убираем причины, то на нас перестают липнуть воздействия. То есть люди реже на нас пытаются сделать воздействие, и даже когда делают, они за нас не цепляются. Они либо все меньше и меньше оказывают на нас воздействие, либо совсем перестают оказывать на нас воздействие. Почему? Да потому что у нас нету того крючочка, за который раньше это все цеплялось, за который раньше все это воздействие было. А когда мы его убрали, соответственно, ну то есть зацепиться не за что, и оно и не цепляется. То есть вот очень хороший пример, когда, знаете, вот бывает такое впечатление, как будто пытаются вывести из себя. Они вроде и с одной стороны зайдут, цепанут, и с другой стороны зайдут, цепанут, а вы никак не реагируете. Или наоборот, да, поддались на провокацию и понеслась. Вот, то есть и те, и другие случаи, это точно так же подходит. Та-дам-та-дам, тройняшки скипятили чайник. Сейчас подождем, пока его выключат. Вот. И вот эти разные воздействия, да, они на нас не влияют, потому что им просто не за что зацепиться. Они подходят к нам вроде бы и с одной стороны, и с другой стороны. И так, и сяк. Ну, никак не цепляют, потому что просто не за что цепануться. Именно поэтому настолько важно убирать причины. И когда человек говорит, я спрячусь в домик, я не буду показываться, тогда на меня не будет воздействий. Ну, ребятушки, вы точно уверены, что это то, что... Ну, вам по жизни, это то, что ваше предназначение. То есть мне очень часто говорят, Рая, ну зачем ты показываешь? Ну, ребят, я вам очень много не показываю. Я вам очень много не показываю. Ну, то есть как бы, там, я не знаю, я не вижу смысла как-то выпячивать там свое богатство или свой сейф с конвертами по 250 тысяч, да. Я не вижу смысла, то есть... Для меня важно жить свою жизнь так, как она живется. Вот для меня важно какие-то вещи покупать в каком-то магазине, потому что мне их вещи нравятся. Я иду и там покупаю. И я не делаю это из-за цены. То есть у меня нет такого, что вот мне надо выбрать там самую дорогую зубную щетку, там электрическую 1020. Но мне это не интересно, мне интересно чистить зубы обычной зубной щеткой. У меня есть зубная паста, которая мне нравится, и я ей чищу зубы. И у них, кстати, сейчас какой-то флакон стал корявый, мы купили две пачки уже, и они кривые. Я такая думаю, и что, вот мне выкинуть эту пасту, как она порвалась, или мне ее выкинуть, ну, типа мы ее еще попользуемся и потом выкинуть, да? То есть вот, какие-то, ну, реальные моменты мне важны, и... Не будет такого, что я перестану делиться. Ну, то есть, это для меня невозможно. Я все равно буду проявлена, я все равно буду проявляться. А вот то, почему на меня работает сглаз, почему так много на меня сглаза, да,
Вот это важный момент. А почему мне так много в спину говорят там негатива, например? То есть в лицо они мне боятся сказать, потому что боятся, да, потому что я отвечу, и много-много разных факторов, потому что люди знают, что они неправы, и просто через это они пытаются свои какие-то болевые точки закрыть. Я даже знаю причину, и я с этим работаю, это не только родовая причина, это прям причина миров, и я сейчас с ней работаю. И от этого все меньше и меньше на меня идет воздействие, да, я расстаюсь с какими-то людьми, с которыми я больше не согласна, ну, работать, допустим, на них бесплатно проводить им фестивали и прочие моменты, там, платить за то, чтобы провести фестиваль, я считаю это неправильным, я считаю, что ведущему должны платить, и прочие другие моменты. То есть вот когда мы прорабатываем, да, когда мы убираем причины, наш мир тоже меняется. Ох, как долго сегодня, почти 2 часа эфир получился. Ну ок, то есть мне важно договорить вам тему сегодня до конца. И наши причины, они тоже меняются. И меняется наш мир, меняются наши отношения. Какие-то люди уходят, какие-то новые приходят. И тот мир, который не только напрямую с нами, но и мир за нашей спиной, он тоже меняется. Потому что, например, да, я знаю, что за моей спиной говорят негатив, и за моей спиной говорят очень много хорошего. Потому что 90% моих клиентов – это сарафанное радио. То есть я не занимаюсь какой-то там рекламой, я не занимаюсь продвижением через рекламу. Да, я знаю, что можно быстрее, ярче, сильнее. Ну, для меня это не важно. И у меня там все расписано, да, то есть и на следующей неделе каникулы у детей, а я такая мать, все прозевала. И такая, блин, то есть я за место того, чтобы каникулы с детьми проводить, я расписала все клиентами. Ну, и я думаю, что, наверное, часть дней я все-таки как-то оставлю себе свободными. То есть у меня всегда четверг выходной, я в четверг отдыхаю. И пойдем куда-нибудь с детьми, у нас большие планы на каникулы, мы хотим очень много отдыхать. То есть вот, наша жизнь меняется, и наша жизнь меняется не так, как мы слушаем других, и другие нам говорят, а так, как мы хотим. Вот, например, да, у меня было время, я работала с продюсером, она мне говорит: Рая, пилишь каждый день стольки, значит, от 6-9 до 15 сторик каждый день. Я пилила, я вот так рассказываешь вот про это, показываешь свой профессионализм. Ну, я не знаю, мне было некомфортно, мне было неудобно. Я когда стала прорабатывать, а оказалось, что у меня в роду очень много повитух, очень много докторов, врачей, священников, директоров школ, да, там, ну, то есть, имеется в виду, ну, то есть, вот этот тот же самый священник, да, за ним приход стоит, то есть, вот такое. И многие из них пострадали от того, что они делали. И когда я начинала проявлять свою вот эту уникальность, свои силы, свои способности, то оно становилось так, что приходилось как-то, ну, получать от людей, от народа не только позитив, но и негатив. И вот эта просто родовая боль опыта, она просыпалась, и она меня как бы, ну, задвигала обратно, что, мол, Рая, не иди. И вот то, что мы вначале говорили, да, родовой дар, либо родовое проклятие. И я понимала, что это вот родовое, и его надо трансформировать, его надо превращать обратно в дар. Потому что иначе с этим проклятием счастливо жить невозможно. Мы можем жить счастливо только если мы возвращаем свой дар себе. И чем я хочу подытожить? Я хочу подытожить тем, что, понимаете, вот за каждым этим проклятием, за ним стоит какой-то дар. То есть когда мы убираем это проклятие, когда мы его прорабатываем, трансформируем, то там открывается какая-то сила, открывается какой-то дар, и наша задача его принять и пользоваться им. Потому что на пустом месте ничего не бывает, все имеет какое-то основание, какую-то основу, и эта основа, она очень сильно на нас влияет. Вот, она очень сильно либо нам помогает, либо нам не помогает, но не помогает она нам именно для того, чтобы мы обратили на нее внимание и убрали какие-то болевые точки, чтобы раскрыть обратно эту силу. То есть
Даже те же самые неприятности, которые нам создает родовая система, она создает их не для того, чтобы у нас были неприятности, а для того, чтобы мы обратили на это внимание и решили этот вопрос, чтобы дальше его не нести, чтобы дальше наша родовая система, родовая структура в этом не мучилась и не страдала. Вот, если грубо говоря, то так. Сейчас я хочу до конца закрасить этот цвет. Даже если получится. Обычно у меня эфир 1,5 часа. Но вот сегодня я прям... Давайте посмотрю ваши комментарии. А вот вопрос. Ты на это училась, что ли? Да, я училась. У меня есть то, что мне досталось от обеих бабушек. То есть у меня обе бабушки практиковали. И я очень хорошо вижу воздействие, именно потому что одна из моих бабушек тоже это практиковала. Вот, и я приняла ее дар на пробежке. И сначала я его отвергала. Ну, так получилось, что вот эта бабушка, умирая, никому свой дар не передала. А я занималась бегом раньше, и вот она мне на пробежке передала этот дар. Я не понимала, что с ним делать, потому что как бы вредничать людям я не хочу. Вот. А стоять дар на месте не может, ему надо проявляться. И я поняла потом со временем, что это просто как бы один и тот же дар, просто мы сами выбираем, с каким его намерением реализовывать, с плюсом или с минусом. И я стала реализовывать с плюсом, и поэтому, когда я вижу на людях воздействие, я их легко вижу и могу снимать, могу с ним работать. То есть, смотрите, вроде бы как бы моя бабушка делает это воздействие, да? Но за счет ее опыта, за счет ее силы и знаний, я могу так же, как она легко делала, я также легко могу его снимать. Вот. И это мне очень хорошо помогает в работе. Поэтому да, я получила в наследство от своей бабушки, и я этому училась. То есть все, что я делаю, все идет через обучение, через... скажите мне, через личную практику, то есть я все проверяю на себе. И очень часто, кстати, вот тут бывает момент, Рая, покажи мне дипломы, я вам сразу скажу, ребята, нифига, дипломов нету почти никаких, потому что то, чему я училась, и те, у кого я училась, ну, они как бы никаких дипломов не выдают. Вот, и надо понимать, что я практикую с 94-го года, да, с разной интенсивностью, с разными перерывами. И особенно, когда я там, будучи ребенком, будучи подростком, все это изучала, и мне тогда никто про диплом не говорил. То есть, когда я сидела и обсуждала какие-то моменты с бабками, которые практикуют, ну, а потом им сказать, слушайте, бабульчики, а что вы мне диплом не выдали? Ну, мне кажется, это не норм. Вот. У меня есть по рейке куча дипломов. Вот мой учитель рейки, мы вчера встречались, 3 ступени. Вот у меня там есть дипломы, у меня там есть сертификаты. Это да, это вот можно прям посмотреть. А так я в основном учусь, потому что я учусь, потому что мне это важно, потому что мне это ценно и мне это откликается. Так, молодец, благодарю. Была ли я ребенком индиго? Ну, я с детства была другой. Я это чувствовала, видела, ощущала. И я с этим как-то жила до подросткового возраста. В подростковом возрасте я себе все это закрыла и стала жить, как обычные люди. И жила, как обычные люди до тех пор, пока моя жизнь не заставила меня вернуться к себе и своему предназначению. То есть, если даже мы не будем принимать дары, мы будем как-то там, да, то есть наша жизнь, она будет нам так вставлять палки в колеса, так нас подбивать и подкладывать, чтобы мы все равно к этому пришли. Потому что, ну, у нее для нас нет других задач. Если мы будем играть в какие-то свои игры и не играть в ее, то это нереально. То есть я сейчас хочу сказать, что можно совмещать свои игры и игры, там, родовые, кармические, да, таким образом, чтобы всем было хорошо. Вот, потом я открыла обратно эти способности и счастливо их применяю. Я научилась совмещать свои личные интересы с интересами рода, с интересами кармы
с интересами моей миссии. Есть, конечно, куда расти, есть куда идти. Вот вчера, когда встречались, ребята тоже спрашивали, а зачем ты вот это пошла смотреть, а зачем ты это узнавала? Ну, и мне говорят, ты свои миры там, например, собираешься строить? Я говорю, нет, ребят, я собираюсь счастливо жить в той жизни, в которой я живу. То есть все, что я делаю для того, чтобы я была счастлива, и чтобы счастливы были мои клиенты, люди, с которыми я соприкасаюсь. Как узнать про дар или проклятие? Ну, очень часто на первой сессии, на первой консультации я говорю моим клиентам, какая у них сила. Да, и вот эта сила, это и есть дар или проклятие. Это может быть, например, целительство, это может быть власть, это может быть там богатырство, да, то есть у кого-то там военные такие направления. То есть я говорю это на консультации. Как узнать это самостоятельно? Ну, это такой труд, самоанализ, разбор жизни. Если есть родовое древо, можно его тоже подключить в эти моменты понимания. Вот, а так это, ну, то есть отдельный процесс. Его сейчас попробую как-то описать попроще. В первую очередь мы смотрим, что мы перенесли через всю свою жизнь, что мы пронесли. То есть то, что так или иначе мы когда-то делали. Ну вот, например, я картину сейчас сижу, рисую, да, я вот на самом деле рисование перенесла через всю свою жизнь. Тут у меня какая-то ворсиночка. Вот, то есть то, что мы принесли через всю свою жизнь. Это может быть все, что угодно, но вот конкретно у меня это... Что ж такое-то? Вот конкретно у меня это целительство и эзотерика. Все, ура, убрала. Вот. И она прям через всю мою жизнь с раннего детства. И таких, может быть, направлений несколько. Например, у меня помимо этого еще шитье. Я вот рисовать всегда хотела, но не всегда себе разрешала. То есть я там в детстве писала стихи, читала их со сцены. Но потом это ушло, сейчас я не пишу. Вот я не знаю, буду я когда-либо писать или нет. Конечно, у меня в мечтах когда-то написать книгу, когда я до этого дойду. Вот. То есть то, что вы делали, то, что у вас прошло через всю жизнь. Ох, устала я сидеть, загнувшись. Вот. Дальше мы смотрим на то, что... Чему вы завидуете? Вопрос. Больше тоже можно перенести в творчество? Да, можно. То есть... Мы смотрим второй момент, смотрим, чему вы завидуете. То есть, вот там, например, завидуете власти или завидуете тому, как они счастливы в семье. Да? И это вот с одной стороны точки роста, а с другой стороны это вот точки дара, которые превратились в проклятие. То есть, зависть, она не случайная. Если вы обратите внимание, каждый завидует чему-то, ну, своему. Да, и вот эти зависть, она показывает то, какие у нас были точки дара, но они превратились в проклятие. Вот давайте вот эти два основных показателя вам сегодня расскажу. Понятно, что там на консультации мы смотрим больше, я сама в целом смотрю, да, там и идем мы глубже, мы и в родовой системе я смотрю, и в системе воплощения, и в системе миров. Это все, конечно, в очень таком расширенном формате, расширенном варианте. Ну все, на сегодня все. Я покрыла этот синий на третий раз. Правда, я думала, что вот этот должен быть темнее, чем этот. Но потом я достану, там у меня на шкафу коробка. Вот так, трам-пам-пам. Очень круто, благодарю. И в этой коробке я посмотрю, как там. Ну, а вас вроде бы все ответило. Вы уникальны, спасибо, очень круто.
только будет не очень. Что будет не очень? Если боль переносить в творчество, ну, может быть, по-всякому, то есть можно через это проживать боль. Я, например, проживаю боль через кикбоксинг. И это тоже как бы, ну, норм. То есть у нас есть три основных реакции: замереть, нападать, убежать. Если мы свою боль в себе держим, то это реакция замереть. Если мы ее нападаем, да, то это, например, кикбоксинг, или то агрессивное, например, рисование, да. И третье – это убежать, это когда мы просто убежали, скрылись. Ну, то есть вот я бы рекомендовала людям абсолютно разные варианты, потому что у каждого своя система. Вот я пишу, да, что боль можно в творчество после войны. Ну, это может быть как проживанием, то есть тут очень важно проживать эмоции, в зависимости от того, какой человек, как туда пошел, с каким настроем. От этого очень много зависит. Благодарю за ваши сердечки, я их сегодня видела, вот первый раз про них говорю, но просто была такая тема серьезная, и в то же время она очень глубокая, очень тяжелая, и вот. Мне, конечно, всегда очень ценна ваша поддержка. То есть тут вот надо смотреть, потому что у каждого человека уникально. Кому-то надо будет пойти поплакать, потому что он не прожил ту боль, которая там была, проработать свое чувство вины, аутоагрессию, да, или наоборот пойти в зал, побить грушу, чтобы прожить свой протест в отношении войны. И очень-очень-очень много разных вариантов. Вот, поэтому вот я вас, честно говорю, я вас всех люблю, я вас всех крепко обнимаю, я переживаю за каждого, переживаю, что приходится это проходить, вне зависимости от того, какая это боль, война или еще какая-то травма, да, или, ну, то есть я все это прекрасно понимаю, и это нелегко. И вот тут через там пони, единорогов и зефирку не решить этот вопрос, тут обязательно придется пойти в болевую точку и проработать эту точку. Все, я вас понял, спасибо большое. Ну, очень была рада провести для вас сегодняшний эфир. Надеюсь, это был самый длинный эфир из всех, что мы рисуем картину, что следующий будет короче. Целую вас, обнимаю, очень-очень люблю, мои сладенькие. Любимчики мои, будьте счастливы, убирайте все, трансформируйте, снимайте этот груз, лишнюю ответственность и все-все-все, что на вас влияет. Используйте всевозможную помощь, ресурсы, действуйте и идите к своей цели, несмотря ни на что. Все, всем пока-пока.